Здравствуйте, я Оля Нарыжная. Сегодня я хочу вам продемонстрировать прическу с помощью резиночек. Эта прическа скорее подойдет тем, кто любит объем, но не очень любит пользоваться начесом. Для начала все волосы я слегка подкручу с помощью выпрямителя, с помощью утюжка. Правильных четких локонов я создавать не буду, просто задам направление волосам. Направление будет от лица назад, к затылку. Все волосы накручены. Мы решили спереди сделать прическу без пробора. Все волосы отведем назад. И я слегка подчешу волосы от корня. И так будет достаточно. И укладываю челку назад. Чтобы невидимки не было видно, я подворачиваю эту прядь в небольшой жгутик и завожу невидимку внутрь жгутика. Дальше я отделяю прядь от одного виска и чуть дальше середину. То есть не до середины веду пробор, отделяя прядь, а чуть-чуть дальше. И полученную прядку завязываю с помощью маленькой силиконовой резиночки. Завязала. Теперь я эту прядь проворачиваю сверху внутрь. Прядки по сторонам растягиваю. Немного можно подтянуть хвостик. Дальше следующую прядь отделяю. От виска и до смещенной середины. Для того, чтобы прикрыть хвостик, резиночку. Также завязываю резинкой. И переворачиваю хвостик внутрь.
И в такой технике продолжаю, пока не закончатся волосы для подхвата. В самом конце, когда уже немного волос остается, я захватываю прядь целиком. Посередине хвостик, по бокам захватываю прядь. То есть, если выше мы смещали центр, то дальше нам нужно вывести прическу посередине. За счет того, что силиконовые резиночки плотно завязаны, прическа, несмотря на свою воздушность, очень долго сохраняет форму. И когда хвостик уже остался совсем маленький, я останавливаю плетение и обматываю резиночку небольшой прядью волос, как мы обычно это делаем. Обмотала. И невидимочкой маленький хвостик фиксирую внутрь прически. Я немного подчешу хвостик. Даже не буду вычесывать, убирать начес. Пускай он будет такой же легкий, как вся прическа. Фиксирую всю прическу лаком, просматриваю. Если где-то видно резиночку, я могу вставить шпильку, накрывая резинку прядями. Фиксирую сверху лаком, даю лаку высохнуть и убираю шпильку. И пряди остаются в нужном положении. Вот так. И теперь я пару прядей выпустила у лица, я их слегка подкручиваю. Вот прическа готова. Если вам нравится мое видео, если вам нравится эта прическа, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и на мои страницы в Instagram. До новых встреч, пока! Gotta get away. You and me need to touch the place where we began, you know.